Всем привет! На связи Мотосалон Мотовектор. И вот эту замечательную литровую валящую тачку сегодня мы собрали и приготовили. И сегодня мы вам про нее расскажем. Конкретно эта машинка фирма Audus, моделька Sportcross 1000 LT. Сейчас мы расскажем вам за его технические характеристики. И первое, что хотелось бы отметить, это то, что здесь стоят 29-е тапки. Гребет эта тачка уверенно. Протектор более универсальный, то есть в условиях грунта, в условиях грязи эта резина будет грести довольно хорошо. Оптика у этой машинки идет стандартная, в принципе галогеновая. Цоколи довольно обширные, то есть можно поменять спокойно на светодиодные. Также с завода у этой тачки стоит балочка. Светит довольно интересно, можно еще дополнительно доукомплектовать. Некоторые наши клиенты доукомплектовывают эти тачки фарами фирмы Аврора, самыми популярными, самыми бодрыми. Мотор идет стандартный, литровый. В принципе, конкретно этот мотор ставится что на квадрике, что на тачке. Мощностью 87 лошадиных сил, насколько я помню. Полный привод подключаемый. Задний редуктор постоянная блока, передний редуктор подключаемая блока. Также спереди можно заметить, что с завода есть хорошая качественная лебедочка. Сразу с завода идут хорошие, мягонькие, качественные ковши. В принципе, если, опять же, присесть, примериться, ковши довольно удобные, действительно. То есть под меня, там, либо под любого среднего райдера будет вполне комфортно. По посадке здесь дополнительно сделаны ручечки. То есть за ручку беремся, так вот, спокойненько. Залезаем в салон, накидываем на себя ремешочки. Ремешочки еще, понятное дело, поднастраиваются потом отдельно. И начинаем фиксироваться. Так. Все, есть. Здесь такой вот замочек. Его зажали, зафиксировали. И вот здесь вот стяжечка небольшая. Тоже зафиксировали. Вот. Понятное дело, что сейчас там не ремни болтаются, поэтому это дело нужно будет поднастраивать с покупки. Также в салоне идет довольно удобный бардачок, небольшое багажное пространство. И здесь в бардачке лежат от него же ключи, то есть дополнительно закрыли, ключиком повернули, и все, никуда он у вас не откроется. И ручка для пассажира. По салону все довольно просто и информативно, все видно, в принципе, невооруженным взглядом. Здесь у нас две розеточки по 12 вольт. Что еще? Переключатель на полный привод, соответственно, блокировочка, также все. Красивенько включается. Поворотнички, свет, сигнал, аварийка и включатель люстры. Здесь у нас находится удобный подлокотничек для тех, кто хочет газовать на чили, на расслабоне. Вот так вот можно ехать спокойненько. Вот, в принципе, селектор КПП. Два подстаканника. Вот здесь у нас находится ручничок, поэтому никогда про него не забываем, что есть ручничок, иначе, ребят, сожжем ремень. Рулевое управление у нас идет с электроусилителем руля. Руль довольно легкий, управление информативное. Большое багажное пространство сзади, можно буквально все что угодно закинуть. Кофры под эти тачки скоро будут у нас в наличии, ждем поступления. Что еще из интересного в багажной части? Это то, что можно увидеть шнуркеля. Вот здесь, если присмотреться, вот здесь находятся шнуркеля, то есть здесь дышит вариатор, дышит мотор. В принципе, тачку можно спокойно притапливать. Также с завода идут расширители спереди, сзади, что тоже плюс. Ну, закидывать говном поменьше будет. Подвеска идет, в принципе, стандартная, на двухрычажная, на образных рычагах. Довольно энергоемкие аморты. Подвесочка полностью шприцуемая, обслуживаемая. То есть, в принципе, долговечная. Стоит отметить, ребят, что, в первую очередь, что эта машинка не просто, грубо говоря, какой-нибудь там бюджетный квадрик для жогового угара и навала. Это довольно небюджетное развлечение. Стоит эта машинка в данный момент чуть меньше 2 миллионов рублей. Курс меняется, ценники меняются, сами понимаете, нынешнюю ситуацию. Вот, поэтому актуальность цен уточняем у менеджеров нашего мотосалона. Все ценники, наличие, все вам расскажут, покажут.